Ну, хорошо, он играет. Потому что много тяжело, знаешь, на разных флейтах он играет. Когда очень много, для начала тяжело, надо научиться. Потом, когда немножко, это еще съедобно. А когда там 21. Вот, очень хорошо. А сколько, 6? 6. Лифлянское, какой-то там. Да, там есть. Вот в этом, он там 3 дня, он там. Давай, давай. И он вообще, у него энергичный, он там что-то затеял, вот у него там неформатное искусство. А вытащите Коловского. Я попробую Коловского здесь, не знаю, Коля, Коловского. Но много тоже не надо. Нам вот, если свободная импровизация, там 4 человека максимум, это же тяжело. Но мне брать свой барабан. Я думаю, что он сказал, что он будет на нем брать аппарат, я узнаю. Он сегодня мне звонил, я начал на акустическую, потому что у меня в прошлый раз, когда мы играли, на прошлогоднем дне рождения не получилось. Знаешь. А у меня мечта, знаешь, какая вообще? Вот я хотел для органического оркестра обязательно посадить 2 электронных барабанщиков. Вот на таких, на этих штуках. Вот я найду, когда. Здравствуйте. Можно с вами? Наверное, можно. Да. Давайте.